«Комсомольская правда» проводит новогодний конкурс названия «Лучшие снегурочки Кубани». Эту акцию газета проводит вместе с Министерством культуры Краснодарского края. Участвуют снегурочки со всех районов Кубани. Славянский район представляет Анна Курская. Чтобы поддержать нашу снегурочку и помочь ей получить почетное звание «Лучшей на Кубани», достаточно зайти на сайт газеты «Комсомольская правда» и проголосовать за нее. Итоги конкурса подведут к старому Новому году. Победительниц, тех, кто по результатам голосования займет первое, второе и третье место, наградят подарками. Давайте поддержим славянскую снегурочку. Пусть именно она победит.